в полуфинале. Счастье то, что все-таки достигла она таких успехов, несмотря на были у нее проблемы по здоровью. У нас соседи снизу делали ремонт и сняли газовую колонку. Ночью мы отравились газом. Да. Приехали врачи и сказали, что вы, наверное, отравились рыбой. А на следующий день мы узнали, что соседи погибли втроем. Сложно было. Вот. Приходили в ту квартиру на первом этаже родители тех, кто погиб. Так ярко просто вспомнила. Она очень долго болела. Врачи не знали, что, как поднять ее. Два раза в неделю скорая приезжала. Я вообще тогда опустила руки. Ну, потому что, то есть, что я не принимала, мне ничего не помогало. Болит голова и постоянное головокружение сильное. Непроходящее вообще. То есть, вот смотрю я, например, вот там, да, в окно, а у меня вот все деревья и все вот так вот кружится, все перед глазами. Вот каждое утро просыпалась, смотрела и думала, блин, когда уже смогу нормально это все видеть. В один момент она мне сказала: мам, ты знаешь, мне так нравится вот полденс. Я ей сказала: конечно, Настя, пожалуйста, но как? Еле ходишь. Я говорю: мам, я хочу. Обычные танцы, да, допустим, вот меня шатает в разные стороны. Вот я не могу там танцевать, да, я могу там упасть. А тут мне даже легче становилось. Я очень счастлива за свою дочь, очень. Она нашла себя, она живет этим. Я сейчас иду к своей мечте. How can you see into
Анастасія Соколова на сцені шоу «Україна має талант». Справжня дівчинка-запальничка. Не знаю, як вам, а мені було справді спекотно. Навіть здалося, що ще мить і сцена спалахне. І причому не від полум'я, а від Настиної шаленої енергії. Настю, напевно, ще після донецького відбору тобі шанувальники проходу не давали, чи ні? А я пряталась. Ніхто мені не бачив. Тобто просто ти така в нас скромна дівчина, яка гарно вміє ховатися. Так. Класно. Слава, слухаємо тебе. Оксан, коли вже все це бросаємо і йдемо? Я просто глядя на наших учасниць, Настя прекрасно. Настя нас чекає вже. На пілон? Ти на пілон? А що? Мы с Оксаной причем. А, я не могу оторвать просто глаз. И у меня даже нет слов для того, чтобы описать то, что я сейчас увидела. Слава богу, не я одна это смотрела. Все являются свидетелями. Потрясающее, яркое, головокружительное выступление. Безусловно, глядя на таких участников, хочется научиться, хоть приблизиться хоть на сколько-нибудь к такому таланту. И, безусловно, к мастерству. Сколько времени понадобилось для того, чтобы вот делать такие трюки? Сколько занимаешься? Я уже 3 года занимаюсь. 3 года? Да. А сколько еще дня, часу вытрачаешь? Ну, вообще, я тренируюсь обычно 3 раза в неделю. Так, по 1,5-2 часа. Оксаночка, нас устроит, мне кажется. Спасибо большое. Немає слів. Сьогодні взагалі ефір якогось відкритого рота і немає слів. Шалених вражень. Дійсно. Я думаю, що наша учасниця заслуживает аплодисментов. Это как минимум. Но я надеюсь, что к этому присоединятся голоса наших зрителей. Здорово. Спасибо огромное. Владе, ти приєднуєшся до нас зі Славою і з Настю? В смысле на пілон? Ну? Как кузнець? Да, я могу. Что-то еще. Да не, зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. Настя, сильнейшее выступление. Техника невероятная, сумасшедшая какая-то. Столько огня, причем не только огня, как огня, а в каждом движении твоем есть огонь. Понимаешь? Спасибо. Понимаешь? Да. Сейчас забыл, что ты хотел. Я тебя понимаю. Что ты хотел? Сейчас, огонь, что еще? Напомни. Я думаю, еще не тобі одному зараз складно добирати слова. Нет, отличное выступление. Настя, вы сегодня настоящая танцевальная бомба. Причем атомная. Спасибо огромное. Дякую. Ці слова дорогого вартують. Ігорю. Чесно кажучи, ти можеш згадати водородну бомбу, там вуглецеву, як вона правильно перекладається. Ні, ви знаєте, ви мене не гукайте тільки на пілон, будь ласка, я зарані скажу, тому що я можу протирати пілон, звичайно. Можу на горизонтальному пілоні там щось от, ну, лежати. Це теж треба комусь робити. Ні, ну якщо серйозно, Настя, я не думав, що ти мене чимось здивуєш на півфіналі. Я розумів, що буде постановка, буде зал, буде світла багато. Але я не думав, що ти чимось мене здивуєш в технічному сенсі. Якісь нові трюки покажеш. Але тобі вдалося це зробити. І більше того, я вважаю, що ти вже сьогодні 6-та виступила. У тебе найяскравіший виступ сьогоднішнього вечора поки що. Спасибо. Дякую. Дякую.